В Казахстане усиливается рост инфляции. Об этом заявил премьер-министр Аскар Мамин. По словам главы правительства, в августе он составил 8,7%, а в сентябре достиг 8,9%. Наибольшее влияние на ускорение инфляции оказало повышение цен на продовольственные товары. Только за неделю увеличение стоимости социально значимых товаров составило 0,2%. Значительно выросли цены в Нур-Султане, Мангыстауской и Актюбинской областях. Первым руководителям государственных органов и акимам необходимо усилить работу по увеличению темпов роста в секторах экономики, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кроме того, поручая обеспечить своевременное освоение бюджетных средств.